На окраине Москвы пассажир упал между платформой и электричкой МЦД и выжил, но получил серьезные травмы. Парень с рюкзачком дурачился с друзьями на железнодорожной платформе. Якобы боксируя, он сделал пару шагов назад, оступился и не удержался перед проезжающим электропоездом. Тот сбил его, отбросив в сторону платформы. Тело человека оказалось между сооружением и поездом. Пока его не вытащили друзья, успели проехать 3 вагона. Они вдвоем подняли травмированного и понесли со станции. Видео о происшествии на платформе Курьянова распространилось лишь через несколько дней после самого ЧП. На публикации отреагировало Следственное управление на транспорте. Следователи проводят проверку. По уточненной информации следкома, пострадавший доставлен в медицинское учреждение и проходит лечение. Ему 18 лет.